Всем здорово, с вами Авона. Сегодняшнее видео очень важно для меня, ведь если бы я нашел подобное полтора года назад, то возможно сейчас техника моего рисования в диджитале была бы на порядок выше. Поэтому сейчас я хочу помочь тем людям, которые столкнулись с теми же трудностями, что я тогда. Если вы новый зритель на канале, то я поведаю вам небольшую предысторию, заодно напомню моим старичкам. Летом 2019 года у меня появился графический планшет. Я был очень доволен и понимал, что это новый этап в моем творчестве. Однако, попробовав порисовать на нем, я сильно обломался. Ощущения были совершенно новыми и непонятными. Я, рисовавший всю жизнь на бумаге, был в полном шоке от рисования на графическом планшете. Мало того, что я не мог нарисовать хоть что-то приближенное к своим обычным работам, вдобавок ни одного скетча не смог даже сделать. Я подумал, что это с непривычки, в чем по сути был прав. Однако вместо того, чтобы отдохнуть от планшета на один день, я отложил его на целых 8 месяцев. Конечно, я пробовал в течение этого времени вернуться к рисованию на нем, но, видимо, от нежелания или же от чего-то еще, я так и не смог ничего нарисовать. Я просто продолжал рисовать в скетчбуке карандашом. И это было самой большой моей ошибкой за всю мою художественную жизнь. Ведь только в конце февраля 2019 года я нарисовал свой первый недорисунок и выложил его в Инстаграм. Ну что ж, как говорится, сделанного не вернуть, поэтому убиваться с этого не стоит. Но в чем же все-таки была проблема? Я для себя так и не нашел ответ на этот вопрос. Но, как по мне, гораздо важнее исключить основную ошибку, допущенную мной. Не забрасывать планшет. Нужно каждый день пытаться что-то нарисовать, а если же совсем не идет, то делать перерывы, но ни в коем случае не запускать это дело надолго. Тут, кстати, есть небольшой лайфхак. Держите в голове мысль о том, что если бы я пытался каждый день, то у меня уже давно вышло бы что-то нарисовать, ведь только с постоянной практикой возможно обрести какой-то новый навык. Это поможет мотивировать себя. Ну а если вы, как и я, подумаете, да зачем мне это рисование в дидже? Я буду продолжать рисовать в традишке, а потом уже подумаю, попробовать мне или нет. То ответ для вас будет только такой. Во-первых, в 21 веке, когда повсеместно вводятся компьютерные технологии, не уметь рисовать в CG, то есть в диджитале, это быть на уровень ниже остальных. Сегодня все профессии для художников в CG направленности, начиная от рисования рекламных макетов, заканчивая дизайном персонажей в играх. Блин, как бы сюда идеально подошла бы реклама какой-нибудь очередной школы рисования. И да, я ни в коем случае не против рисования на бумаге, я и сам регулярно рисую в блокноте, когда планшета рядом нету. И вы бы, кстати, это знали, будьте вы подписаны на меня в Инстаграме. Ну а во-вторых, это то дело, которое нужно начинать по принципу «чем раньше, тем лучше». Я, начав свои 15 лет развиваться в этой направленности, к совершеннолетию буду обладать достаточным количеством знаний и опыта, чтобы уже начинать подрабатывать. Кстати, в этой теме также важен выбор правильного планшета, но к моему случаю это не особо относится. Я выбрал экранник XP-Pen Artist 12 Pro, очень хороший планшет, на котором я и продолжаю с огромным удовольствием рисовать. Короче говоря, топ за свои небольшие, как для экранника, деньги. Почему я выбрал именно планшет с экраном? Потому, чтобы привыкнуть к нему было легче. Ведь я боялся, что если я куплю просто пластмассовую доску, я вообще не смогу никогда привыкнуть к этому аппарату. И в этом, кстати, я, как обычно, оказался неправ. Неважно, с какого планшета начинать, с экраном или без экрана, это правда неважно. Главное это привыкнуть и начать рисовать на нем регулярно, а уже потом задумываться об апгрейде или смене устройства. Ну и тут, конечно, нельзя вдаваться в крайности. Чтобы не потерять время и деньги совсем уж с хреновым планшетом из какого-то перехода за 500 рублей. Так же, как и не стоит тратиться на какой-то дорогущий вакуум, ведь вам может абсолютно не понадобиться и половина его функций и возможностей. Короче, как вы уже поняли, тема с планшетами очень обширная и требует отдельного ролика. Так что, если вы хотите видео от меня про это или обзор конкретно на мой планшет, жду ваших пожеланий в комментариях. Ну что ж, в этом видео я рассказал вам свою историю перехода с традишки в дидж, и на ее основе мы поняли мои основные ошибки, которые тут же и разобрали. Я очень надеюсь, что это видео помогло тем, кто в нем нуждался, точно так же, как и я полтора года назад. Рисуйте больше, рисуйте в удовольствие и осваивайте новые навыки и вершины.
С вами был Авона, до следующего видео.